Мне так жаль, что это случилось. Из-за меня он сбежал. Погиб. Иногда по-другому нельзя. Я знаю. Мы можем пойти домой? Атрей. Я знаю. Закрыть свое сердце. Снова запертая дверь. Thank you.
У тебя есть идея? Может, с помощью печати перенести лед к шестеренке? Не получается. Что насчет противовеса? Станут мостом для льда? Идем, ворота открыты. Скорее, пока не оттаяли. Ты в порядке? Ворота оттаяли. Можешь снова заморозить? Я думаю. Ладно. Поднимешь их еще раз, чтобы я помог? Или подождать здесь? Тебя не было. Я нашел Норн. Они сказали, Хеймдаль хочет убить тебя в Асгарде. Хеймдаль? Норн? Я думал, ты в это не веришь. Как? Бежим! Скорее, в полу есть брешь! Что нам делать? Я не знаю. Ты не знаешь? Не стой! Беги! Куда? По лестнице! На выход! Скорее! Береги! Сзади! Пусть он лау!
учись усмирять свой разум. Я узнал, что мне проще в хаосе. Что еще ты узнал? Что нам лучше доверять друг другу. Слышал? Где он? Найдем его. Пошли. Думаю, он пошел сюда. Поищем другой путь наверх. Что ты сделал? Помнишь, мое заклинание дома, когда умер Фенри, когда я не понял, что случайно запер его душу в своем ноже. Души очень сильны, и я подумал, душа Фенрира могла бы... Изменить его суть. Да, посмотрим, что вышло. В Мидгарде, перед тем, как на нас напала Фрейя, ты сказал, что должен меня защитить. От чего? Я видел пророчество. Ты умер. У меня на руках. Я тоже видел. В Йотунхейме. Что? Ты знал? Поэтому ты так усердно меня всему учил. Когда-нибудь тебе придется выживать без меня. Этому не бывать.
Я этого не допущу. Нет. Всякий путь заканчивается. Но не наш. Только не так. Прости, что ранен. Уже все. Честно. Фен? Это ты? О! Молодец! Да. И я скучал. Я не знал, сработает ли. Получилось! Сидеть! Как такое возможно? Это магия великанов. Я научился. В Асгарде? Асгард здесь ни при чем. Опять секреты? Нет. Обещание. Кое-кто верит, что я его сдержу. Как ты сдержал обещание маме. Вот что я могу, если ты мне веришь. Домой. Дело сделано. Нужно сказать остальным и решить, как быть дальше. Значит, ты добыл копье, когда норны сказали, что Хеймдаль попытается меня убить, да? Да. Хеймдаль ублюдок, но ты ведь уже не тот, что прежде. Не убийца богов. Ты не хочешь войны. Нет, но я сделаю что угодно, чтобы тебя защитить. Ну вот, открыто. Может, заморозим ту шестеренку печатями? Кажется, одной печати будет мало. Правда! Отец! Если богиням судьбы нельзя верить, что тебе дает слово? Если это касается тебя, я не могу рисковать. Смотри, это Хрёсвельг. Поговорим с ней? Осталось шесть, и что нам не стоит ждать благодарности. Их вообще не должно было быть. Она права.
Врата засыпало. Сейчас. Что с тобой? Я опять становлюсь собой прежним. Злобным. Недоверчивым. С тобой. Сейчас и тогда. Я оттолкнул тебя. Без тебя я безрассуден, самонадеян. Я совершаю ошибки. С чего я вообще решил, что справлюсь один? Ты был прав. Нет. За это время ты стал настоящим воином, достойным своего имени. Это я. Я был не готов. Ты не должен быть кем был, лишь потому что я не рядом. Договоримся. Я буду в мыслях обращаться к тебе, когда ты не рядом. За советом. И ты делай так же. Ладно? Я должен знать, что без меня ты будешь в порядке. Атрей. Извини меня. Не извиняйся, отец. Стань лучше. Идем домой. Все, что написано, можно перечеркнуть. Помнишь? Пророчество не должно решать за нас. Тогда мы сами определим свою судьбу. Ты хотел еще что-то сделать, прежде чем вернуться? Нет. Сперва заберем Мимира. Потом расскажешь, чему научился в Асгарде. А потом будет видно. Ты правда относишься к нему как к брату. А что, Фрейя? Она теперь тоже живет с нами? Направив свой гнев на Одина, она поняла, что у нас не общие интересы. Ха, я пытался убедить ее в этом, но... Когда это? А, до того, как я сказал тебе, где был ночью. Вот как. Она же меня не убила. Я и молчу.